бери. Я бы... Короче, это последнее видео по Террарии. Да, и, короче, в этом видео я признаюсь, что это моя самая любимая игра. Игры в ней я больше не буду, к сожалению. Она меня расстроила в остальных версиях, то, что, то есть, в 1.3.4, там еще какие-то, но она меня очень расстроила в этих сериях. Короче, вы все поняли. В этом видео я бы хотел удалить все и саму игру тоже. Но это уже потом. Вот. Смотрите, вот просто одиночная игра. Окей, удалить. У меня все вещи были. Удалить. У меня были все вещи в этой игре. Вот все вещи на этой версии. И даже вещи. Сейчас чисто создам. Просто подождите немного. Так, он создался быстро. И вот, короче, вот все мои миры. И вот этот вот мир абсолютно со всеми вещами. Просто абсолютно в нем все вещи. Нет такой вещи, которой бы в нем не было. Реально, вот просто вот не было вот такой вещи, в которой бы не было в этом мире. Тогда удалить. Ой, блин, сейчас зайду, блин. Ай, окей, сейчас, подождите немножко, пожалуйста. Эй, я остановлю, наверное. А, нет, даже не прошло. Потому что они все это в последнее время, я очень долго заходил. Мой компьютер очень сильно из-за них нагружается. Да, это странно даже, как-то я бы сказал. Да, удалить, конечно же, потому что мне это все больше не понадобится. Зачем мне все это, если я больше не буду в ней никогда играть? Возможно, буду, когда будет компьютер посильнее. Ну, потому что я поиграю сейчас в 1.3.4, там еще какая-то версия. Вот, свободно. Но они меня очень расстроили, и я не хочу больше не играть. Вообще-то, насчет компьютера. Он у меня тянет версию 1.3.4, да вообще все версии. Самую последнюю версию он у меня тоже тянет, кстати. Что очень удивительно, если для меня. Вот. Так. Да, удалить. И удалить. Лично для меня, да. Ну, потом я буду снимать GTA 5, наверное, если мне будет компьютер помощнее. В принципе, что я хотел сказать в этом видео. То, что Террария больше не любит. Террарии больше не будет. Это самая лучшая игра. Ну, это самая любимая игра. Самая лучшая для меня. Да. И на этом все. Так что всем удачи. Всем